В огонь и в воду в буквальном смысле. МЧС России празднует свое 30-летие. Участие в режиме ВКС приняли руководитель МЧС России Евгений Зеничев и врио главы региона Сергей Меликов. Грамотное и решительное действие служб, подчеркнул Сергей Меликов, помогли спасти в этом году жизни около 700 дагестанцев и гостей региона. В любом случае, первым на место угрозы, на место аварии, на место катастрофы прибывают сотрудники МЧС. И именно они, в том числе и сотрудники спасательных служб, принимают меры по оказанию медицинской помощи, по спасению людей, попавших в аварийной ситуации, поэтому еще раз хочу повториться, что действительно здесь вы находитесь на передовой. Торжественной частью собрания стала церемония вручения государственных наград. Отличившиеся сотрудники МЧС были награждены орденами и медалями. Кроме того, врио главы региона передал сотрудникам МЧС символический ключ от новой техники. А это 22 пожарных, 12 аварийно-спасательных и один штабной автомобиль. Перечислены. Как Нариман Махмудович сказал, ключ ко всем машинам подходит.